Квестиков. Пиздец. Привет. Здорово. А ты можешь подсказать человеку, как на Ренегате начать квесты делать? Да я уже начал, я нашел, забей. Что-то голос девушки знакомый. Где-то... Просто тебе баба похожа, ты со мной не знаком. Угу. Все нормально, я всех запоминаю. Сколько всего квестов на Толгороде? 10, 9 штук активных и один, короче, типа... О, блядь, сейчас, секундочку, тогда я не все набрал. Там 9 получается, понял? А один тебе за 4 ежедневки. Ща, у меня 7. Сука, как сложно быть ренегатом. А, так, твои контракты я сразу куплю. А, хотя все равно подождать, чтобы ты квесты набил. Так, нихуя себе, вот это мув. Так, это. Так, у меня сейчас 9 квестов висит. Нормально. И один у тебя, короче, квест за то, что ты типа сделаешь 4 ежедневки. А он должен 10-м гореть или нет? Нет. То есть на карте должно быть 9, понял? Правильно. Да. Ты посмотри, он называется как-то вкусно. А, ну я его вижу, да. А, военная компания или что такое? Ладно, я понял. Так, чё... Кстати, какой квестик? Есть квестик? Какой у вас есть квестик? Антон же не сможет взять контракты. Ну, пока, да, сначала квесты. Чё, может... я пойду тогда с другим, наверное, сделаю. Ну, ты как сам думаешь, ты квесты делал на Ренегата? Ну, да я квест только... Долгорода. Да, может, ты просто с ним... А, сделал уже, окей. Только контракты осталось. Ну ладно, я пока схожу. Может, потом еще что-то надо будет. Окей, беги, мы поищем еще. Спасибо. О май гад, я чуть не умер от доты. Что за пиздец, блять? Что за ебаные мобы? Что это за... 10 культистов? Да. Именно. Погнали, погнали на культистов. Погоди, что ты делаешь? У нас тоже есть такие квесты. Ну, блять, хуй его знает. Алиса говорит, как ты будешь делать, как ты будешь делать, вот как-то делаю. Только я по другую сторону вот этой хуйни. Сейчас я к вам пробегу, прорвусь как-нибудь. Давай прорвайся, мы сделаем все квесты. Там а Жека что там? Пиздец, меня ебашат, охуеть. Так, там вывод, не надо. Так я, а мне кроме как здесь нигде не пробежать через эту... Можно... Я тебя резко. Ладно. Пиздите. Да похуй, я под спидами здесь бегу, здесь ебать, я быстро. Я уже возле тебя. Ладно. Но я добегу, наверное, все-таки до тела быстрее, долго резать будешь. Пойдем сначала Антону поможем. А у вас есть припасы с болота, ребят? Квест припасы с болота. Не, есть тюремный паёк. Блять, тюремный паёк, чё? Смотри, тюремный паёк есть? Андрей карты нарисовал. Нет, у меня вот припасы с болота, это левее вот этой тюрьмы, вот, вот позади вас, короче, для на болоте. А есть, пусть они берегут покой, там что 10 духов в самом левом. Да, есть такой. Ёлки-палки, меня ебашат. Алло, пацаны, а кто это за ханта играет? Я. Yeah. Чё? Я говорю, я. И ты в ММе, да? Именно. А можешь, пожалуйста, сказать, какой у тебя там левел? 220. И сколько у тебя РП? Я пока в Агилу забиваюсь. Ну, у меня 232. Вот, я РП вообще не собирал. То есть она чисто со шмота. Плюс у меня нет ринки с Толгорода. Это 160, по-моему. Нет, 100, короче, не 160, там 120, я смотрел. Там 116, по-моему, вроде, нет? Или 116, да, ну, в общем, короче, там, да, там очень мало. И еще там арбалеты ебанутые на... Тебе надо же? Да. Подожди, а сколько у тебя со шмота РП? Ну, так как у меня относительно хуёвый шмот, 232, это типа 16%. У меня просто перекап хита пиздец ебейший. Тебе надо эти? Спасибо, Алиса.
Да, мне надо вот этих крокодилов, шкуры. Давай, хорошо, а вот этих надо лисов? Да, лис нет. А, наведи на нее, там лисья железо должна быть. А где лиса? Сзади он другой. Нет, 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 такого нет, такого нам не надо. Тебе 8 шкур надо? Да. А посмотрите, этины надо там? На карте справа вверху прям. В углу. О, блять, как квест называется? Либо древняя энергия, либо там что-то... Древняя магия у меня есть. О, да, древняя магия. О, есть, заебись, у нас такой же. А, сейчас смотри. Сейчас чисто крокодилов, ёбаный. Ну давай, сейчас мы с тобой тоже. А сколько ты ДПС так даешь? Блин, честно, от босса... Ну, в палку или в босса? А, блять, ну... Блин, ну, по сути, очень сильно зависит от рейда. Ну, вот именно. Я просто сегодня был в 25-ке, там от босса к боссу скакало, на самом деле. Ну, и, типа... А от босса к боссу что у тебя скачет? Что тебе? Ну, от 4500 до 6. Сколько тебе надо? Сколько еще? Еще 2. Просто... Ну, я говорю, во-первых, у меня нету тринки с Толгорода, она очень сильная, она прям пиздец как сильно бусит. И если бы я смог скинуть хотя бы то хита в пользу арпы или даже той же агилы, это было бы уже очень здорово. Плюс у меня, мне очень не везет на пупу, и, ну я сейчас имею, о, трансмог. Плюс мне не везет на пуху, так как у меня топор силы. То есть мне вместо него древковое с арпой тоже было бы здорово. Короче, я на своем гире мог давать больше, но проблем. А какой у тебя арбалет? С РБК кузня крови, с хитом. Ну, он достаточно хороший на самом деле. У меня есть еще лук, конечно, с ульды 219, но он хуже. Нет, тебе арбалет нужен с Толгорода, это 100%. Ну да, да, я понимаю, но я Толгород только сейчас начал фармить, поэтому в процессе. Я первым все равно... Причем тебе убирать. Нужно сначала... Не-не-не, сначала бери арбалет. Ну просто понимаешь, в чем проблема? Для тренинга у меня не будет... Ну, на данный момент нет это альтернатив, а с арбалетом хоть какие-то... Просто смотри, тринка... Тебе даст 100 РП. Да, она там еще прокает, я не знаю, возможно, на X4 это мощно, но... Она очень много дамажит, в этом проблема. То есть вот хант, который меня передамаживал, ну вот с нами в рейде был, он просто, ну по факту, тупо из-за этой триньки меня передамаживал. Она на третья по ДПСу или там вторая у него была. А тебе порталы надо? Да, да, да. Только, блядь, а где они? Они вот тут, короче, сейчас они появляются. Ну, короче, я посмотрю, что первым брать, там, возможно, я, конечно, проебусь, но тем не менее. Ну, просто арбалет, типа, там, из-за скорости. Я не спорю, что он очень хороший, я видел этот арбалет, он с арпой, это очень здоровский арбалет. Нет, дело не в этом, у него скорость 3.5. А, это, ну, это тоже, да, но... Сейчас появится, короче, портал. А чем его закрывать-то? Портал там, короче, у тебя портальный ключ, шар розовый. Вот, появляется, видишь, портал. Ага. Все, хоп, ивану. Понял. У тебя 200 РП, и ты даешь 200 ДПС. Ну, блин. Ну, это с рейд-бафами, ты как бы учти. Я понимаю, но просто ты без РП даешь 6к ДПС. Ну, блять, это нормально вообще здесь ДПС? Ну, как тебе сказать, у нас были люди, которые больше меня дают ДПС намного. Например, кто? Ну, из хантов, вот у нас было 3 ханта, я был вторым по ДПСу из 3. Меня передамажил хант, который в сердолях, у него сердали фул на агилу, он 4Т9, я не ебу нахуя ему Т9 на ММ, но, блять, вот, такой он человек. Вот, то есть там вот, Полгорода, там шмот Скары. А, ну, блять, мы их уже сагрили, извините. Запизделся. Короче, там... Опа, это что, бис? Это что, бис? Это бис. Блин, выиграл, шнёк. Блин, нам не надо. Ну, смотри, самый, по-моему, жирный у нас по ДПСу, это Вар был. Он в районе восьмерки давал пурик. Это стоп-1 был постоянно.
На не-не-не-не, не всегда. У нас периодически. У нас Зумич периодически его передамаживал. Элитос, он хорошо дамажил на боссах с кливами. Типа он цепнухой кливал, пиздец. Так, а что у вас? Зачистить крепости квест, да? И пропавшие без вести. Зачистить крепости? У тебя есть тут? Да, два квеста? Да. Давайте поможем. Все равно пойдем сюда и пойдем. Ну, не сюда, а у вас тут нет квеста? Нет. Тебе, не короче, сюда. Надо вот этих пиздюков убить, да? Да. Там вверху одного пидора, и там, где кости мы собираем. Костей там нет у тебя, нет? Да хер. 40 штук. Блять, это что, ткань? А похуй. Блять, это что, смерть? Ну, короче, скажем так, мой хант, он очень... Ему есть куда расти, и вообще я на ханте играю неделю, поэтому... Не трогайте меня. Я очень люблю. Я просто думал делать ханта. Сюда, быстрее, сюда. Да, я пришел к выводу, что АРП тут не собрать. Да нет, можно на самом деле собрать, это не настолько... Какой патин? Вы ему патин не кинули? Открывай вон, сюда, быстрее. Я бегу, я внутри, я, блядь, открыл какую-то залупу. Тебя засчитало? Нет одного? Да хуй знает, я внутри клетку какую-то открыл, я не... Блядь, нет, кажись. А тебя засчитывает вон сейчас засчитывает, не? Клетки, если что, засчитывает на очень большом радиусе, если вообще... А нет, там пидор просто прибежал, блядь, он пооткрывал все. Пидорас получается, блядь, я... Мне вот одну клетку осталось, сука. Одну? Да. Но он пидор открыл вначале, нахуй. Да, блядь, го ёбнем его, где это чушь? Фихнет его, блядь. Я его сейчас убью. Нахуй, он пооткрывал без нас клетки. А, 17 тысяч хп? Ну хоронись, чушкан, в зеленке. Так не делается, кабанчик мой. Алиса, кихни. Ай, ёлки-палки. Короче, нужно Каина Покс спасти, это тот чел. Вот он, Андрей Иль. А тебя зачитало этого пиздюка сверху? Да, мне всех зачло, мне вот чисто Каина. Ладно, похуй, давайте я потом сам открою. Нет, тут они конченые, понял? Сейчас ты вот тут, наверное, нет. Каин. Вот тут он. Нет. Он, нет? Не он, нет. Он здесь, по-моему. Он, по-моему, здесь, нет? Ну сейчас откроется, значит, смотри, вот сейчас. Вот он появился, глянь, вор. Нет, это вор. Да, блядь. Где-то сбоку поищи, где-то балюбасы есть. Это кто? Что это? Он что здесь есть, слышишь? Да? Блядь. Где? По карте здесь нарисованный. Каин, хуяин, блядь. По карте, говорю, здесь? Ну, да. Где ему еще? Вот он. Блять, я тебя не вижу. За крепостью вокруг обойди, блядь. Понял. Не внутри? Нет, не внутри, по внешней стороне. Ну, типа, да. Поэтому. Стой. Я вижу, я его нашел, спасибо. Первый раз активно делаю Толгород, не ебу вообще. Кто меня в пир бросил? Сейчас собаку убьют, где моя собака? Пиздец. Пошлите отсюда, все. Прохил тушканки. Алис, похиль, пожалуйста. Я помню, я поржал, как РЛ начал анонсить про хил моего пета. Ну, кстати, к вопросу о том, чтобы собрать АРП на ММ, по-моему, некоторые собирают. Посмотри, у тебя тут все? Да. Вверху там Назара надо убить, да? Они собирают софткап? Ну... Блять, по-моему, 80-90 что-то подобное они собирают. Заварок, я уверен, там некоторые сотку уже собирают. Не, подожди. Ты можешь собрать софткап и взять тринкет, там, допустим, из Накса, который прокает на РП. Либо ты можешь добирать хардкап. Вот хардкап, ну, я уверен, что здесь нельзя собрать вообще никак. Нет, ну я в РПК, в смысле, встречал вару, у которого сотка.
Ну, типа, это прям полностью бисовый вар, типа, он, ну, там, прямо, блядь, каждая шмоточка, она там подобрана идеально. Ну, то есть, это, хуй ты таким станешь, ну, тем не менее, это возможно. До хантов не знаю, честно, я говорю, я играю неделю. Но я уверен, что процентов 80 точно можно собрать. Ну, и там уже какую-нибудь тринку на арпу с собой прихватить, и ладно. С той же улицы. Ну, тринка на РП, только... А вольде есть какая-то РП? Да, пассивно дает крит, 600 с хуем арпы. Нет, ну это то, о чем ты говоришь, это нужно собирать софт кап РП, типа там обычно в районе 700. Это да, окей, это еще можно, но это, блин, говно. Ну, чтобы пассивно давало арпу, я не припомню, честно говоря. Вот я бы этого ханта и не стал собирать. Ну, я просто решил попробовать, типа, чё бы нет, стало интересно. Вам тут, этот, тебе тут надо пойти? Мне, кстати, надо убить 10 игроков на Толгороде, держи в курсе. Ренегатский квестик. Чисто к слову. Давайте альянс под это отпиздим. Ну, да, потом да. Уже. Что? Я говорю, потом уже, после этих квестов. Не, ну в смысле, в это, между... Ой, еще один не ебал. Чисто сейчас, сейчас опять выиграет, ебать. Реально. Украл кольцо, второе. Делись. Хуя реву. Да-да-да-да-да. Я похил. Какая пыль, ты че, они на ауке дорого стоят. Какая пыль, ты шо? С дубу рухнул. Сейчас понял, пыль, блядь, кольца, блядь. Та-та-та-та. Там кольцо пятихатку стоит, это на распыл. Че, давайте туда, у вас есть квест на зачистку крепости? Мне там мага надо убить. Хотите прикол, хотите прикол? Я выкинул 12 пайков, я долбоёб. Блядь, бывает. А, мне нужно зачистить крепость. У вас есть квест на зачистку крепости? Какой? Ну, чуть выше. Один маг-некромант на заре убита. Да, вот, его тебе надо убить. Это будет к той же крепости, которой мы убивали ту Ашу и освобождали. Заебись. Мы там кости будем собирать и убьем. Пиздец, меня сейчас убьёбнет. Паёк выкинул. Алис, похиль, пожалуйста, и диспельни доту. По возможности. Это что? Это там Холи Пал, и он смотрит на меня? Он хочет подраться со мной? Это что? Это, а, блять, это ордынец, сука. А ты не можешь его прижать? Нет, я-то могу, только вы не можете. Это полипал, я его ковырять буду век. Не хочу с ним поэтому драться. Чисто из-за того, что я его век буду ковырять. А зачем вы их лупите? У вас квест же кончился, нет? Кончился, я выкинул 12 пайков. На этом все кончилось. Какие нахуй пайки? У меня, видимо, другой квест. Ладно, пофиг. Все все собрали, да? Да, 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 да. У меня вообще квест просто, чтобы убить мобов был. Здесь? Ёлки. Ёлки, да, да, да. Я вообще не понимаю, что вы собираете. Всех убил? Да, давно. Отлично. А нам надо коробки типа собирать, понял? Там разные квесты. А, понятно. Понял, они не одинаковые. Сколько тебе? Блять, доложите 15к, сука, за ордынца, блять, перед ним. Сори, на нем. Пойдемте. Или у вас еще не все. Все. Ладно, блядь. Я уже сегодня 3 титана копнул здесь только что. Ну, как пришел, поэтому я долго. Опа, 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 мат некромат. Это кто? Ой, а он живой. Вот это да. Блядь, там какие-то бомжи с. Блядь, нет, кто это нахуй? Нет, нет, нет. Что это за моральные уроды? Денис. Кто они тут бегают? А, хуй, не надо. Это они контракты делают, которые мы. А, ну и ладно.
Там да. Этот самый, там разбойник ордынский, пизда тебе. А, ну хотя похуй на него в целом. Ребят, я спулил некромант, помогите, пожалуйста. Я спулил всю хуйню. Я тебя понял. Ну, не важно, это не важно. Главное, что мы убили некроманта. Тут пидорюга стоит, смотрит. Да это этот самый, ордынец. Ну, пока не быкует, я не быкую. Он проебал моба, это его проблема, сугубо личная. Все, я все собрал. Ждем. Опа, это что? Это там ренегат Холи пал? Это что? Это что, килл? Где? Да он съебался, он вдали. Не, мы там можем загангать чуваков, но не пачку, которая этот... Не-не-не, он там сольник бегает, я не понимаю, нахуй он в Холи пале соло бегает. Вон, собирайте, там, по-моему, где-то валяется. А для вас этот рога красный? А где он? Ну вот, перед вами стоит. Нет. Ладно. Что ты палишь на меня, кабанина? А чё у вас тут за квест? У меня такой вопрос. Что вы тут делаете? Собирать, короче, квесты. Понял? Опять. Разные квесты. Ну, знаешь. Залезли. А сверху у тебя есть квест? Сейчас. Какой? Ну, вообще выше там крепости. Собиратели душ, древняя магия. А выше, вот прям выше от нас, чуть-чуть выше, по диагонали правее, вот, там, квадрат, крепость. Собиратели душ. А что там надо? Четыре удерживающих души кристалла Бдита. Ага, хорошо, сейчас сделаем, по-моему, наверное. Ну, он легкий вроде, там вообще ничего. Да, вроде. Блять, там стоит Холи пал ренегат, этих пидоров там... Они пиздят нас, нет? Это ренегаты, эти гиюги там... Они нас пиздят, походу. Пизда, реально, да? Сука, шлюханы, блядь. Хиль. А я в эфире, мне похуй. Всем пока. Сука. Вот сукан, блядь, ты глянь нахуй на него. Блядь, пизда. Я, блядь, надо было ёбнуть их нахуй сразу, блядь. Блядь. Ебаные ренегаты, пизда вам, уроды, блять, хуй вы отсюда живыми съебнете. Дэн, давай реснемся в Холи пале, заедем, ему пиздец сразу, я уверен, он должен лечь. Там, если Войда увидите, какого-нибудь ренегата, не пиздите, пожалуйста. Я этот, короче, слышал. Да нет, тут эти долбоебы сами в нас влетели. Я встал и пизды мы начал надавать. Сука, у меня 4 кхп осталось. Ну что ты пожал, сука. И, блядь, я говорю, надо было уебать пала сразу. Мир, это, мирные ребята, миролюбивые. Чё, вы доделали вообще квесты? Ну, я доделал. Алиса? Ну, блядь, Женя не доделал. А, эти долбоёбы элитника пиздят, сука. Какого? Ну, которого, вот, это, как у меня квест там у них, короче. А, ну сейчас, блядь, сейчас нахуй встану, переоденусь в ПВП. Они уже, по-моему, выбегают. Алисочка, накинь бафов, пожалуйста. Где бы ты ни была, просто кинь баф. Они к вам сейчас пойдут. Алис, не беги туда. А мы сзади нахуй подлетим, если что. Ча. Так хули толку, блядь. Алиса баф. Кулак, каску, что-нибудь. На вас бегут, нет? Нет, они пока никуда, блядь, не бегут. Вам беднее сейчас должно быть, где они. Они самом... вообще исчезли, блядь, возле входа тут. А, они камнем, что ли, бэкнулись? Да, они бежали и тупо исчезли, блядь. Дебил, ладно, не важно. Все сделали, Алиса сделала? Шо там, пизды, да и Женя я решил. Ёпта. Короче, ой, блядь, извините, это, по-моему, вот как раз-таки этот друид, я случайно у него... Давай спорь, это... Да, нормально. Ребята, а как делать квест? Как? Юзани кристалл на эту хуйню. Сейчас. Понял. Наверное. Мобы вышли. Его расхуярить надо. Ага. Давай на следующий. Нам еще колос этого надо. Кого надо?
Вон пидор ходит, Колос, тоже квест на него есть. Ой, блядь. Я бью его. Переросток ебаный. Я, короче, пока параллельно сферу пуляю. Блять, вот бы не сдохнуть. Вот бы сейчас Алиса похил. Эх. Убили. Ты сферы все? Да, да, да. У меня справа есть квест на древнюю магию. Вот, мы туда сейчас пойдем. А еще у меня есть квест на 10 киллов на этом ебаном острове. Сейчас кому-то пизда. Надо вылавливать кабанов каких-нибудь. Угу. Ну это уже потом, давай. Да вон там долбоеб какой-то стоит. Ну, два долбоеба. Гоебнем их. Это альянс. Давай, давай. Да, поехали. Да? Поехали, блядь. Квест, квест. Квест.